Громкий снаружи, мощный внутри, яркий смартфон High Screen Boost 3. Сила в музыке. Логотипы содержат в себе всю суть компании, которую они и представляют. Часто у дизайнеров получается настолько хорошо отобразить значение логотипа, что рождаются скрытые смыслы. А порой компании специально не раскрывают второе значение своих логотипов. В любом случае, добро пожаловать, это 10 скрытых смыслов известных логотипов. Как большинство думают, логотип автомобильной компании Hyundai — это не что иное, как заглавная буква названия команды. Но буква H образовалась из силуэтов клиент-продавец, которые пожимают друг другу руки. Таким образом, создатели логотипа пытаются сказать, что компания и клиент всегда будут довольны сделкой. Задумывались ли вы когда-нибудь о значении логотипа Vio? Помимо очевидного, логотип представляет собой название компании, у него есть и скрытый смысл. А именно буквы VA изображены таким образом, что в них можно увидеть обозначение аналогового сигнала, и буквы IO – не что иное, как изображение цифрового сигнала. Сеть магазинов, ориентированных на спортивные товары Adidas, получила свое название от имени создателя Адольфа Даслера. Несмотря на то, что логотип компании постоянно изменялся, он всегда включал в себя три полосы, и не просто так. По задумке, эти полосы представляют собой препятствия, которые преодолевают спортсмены. Как известно, слоны обладают очень хорошей памятью и могут запоминать лица и события. Поэтому становится понятно, почему на логотипе сервиса заметок Evernote находится именно слон. К тому же можно заметить, что ухо слона загнуто так, как принято загибать углы страниц. Таким образом, Evernote хочет сказать, что вы ни о чем не забудете. Ныне автомобильная компания Toyota начинала с производства швейных машинок. Именно поэтому логотип компании — это на самом деле игольное ушко, в которое продета нитка. Такой вот смысл и дань уважения прошлому. Но помимо этого смысла есть еще один. По отдельности символы логотипа образуют название компании. Но этот логотип вам что-нибудь говорит? Это игра Armored Warfare, проект Армата. Новый танковый экшен от студии Obsidian Entertainment. Вы будете управлять самой современной и быстрой военной техникой. Отличная система модификаций позволяет улучшить любой танк по собственному усмотрению. Здесь прекрасный игровой баланс и не требуется покупать золотые снаряды, чтобы побеждать. Все в ваших руках. Регистрируйтесь, ссылка в описании. FedEx – одна из самых известных компаний, специализирующая на доставке посылок. К тому же это одна из самых быстрых курьерских компаний. И возможно, так думать нас заставляет логотип, который с первого взгляда может показаться простым. Но если присмотреться, то можно заметить между буквами E и X стрелку, которая вызывает ассоциации со скоростью. Логотип программ для работы с фотографиями Picasso с одной стороны представляет собой изображение затвора камеры, но это не один смысл логотипа, потому что также в логотипе можно увидеть и изображение дома. А если обратиться к названию, то Casa с испанского — это дом, а Pi сокращенно от Pixel Index. И получается, что Picasso — это дом для ваших фотографий. Баскин-Робинс, компания закусочных сетей. В своем логотипе, помимо очевидного смысла, две заглавные буквы названия компании имеет также один скрытый, а именно число вкусов мороженого Баскин-Робинс. Часть буквы B окрашена розовым, как и часть буквы R, из чего получается число 31. Такое количество вкусов было у мороженого Баскин-Робинс. Название операционной сети Ubuntu, которая не так хорошо известна широким массам, с языка Zulu означает человечность, а логотип компании с первого взгляда представляет собой обычный круг с точками, но скрытый смысл этого логотипа в том, что это изображение людей, держащихся за руки и глядящих в небо. Логотип сайта Amazon достаточно прост, но даже в этой простоте можно найти скрытый смысл. Оранжевая стрелка под названием сайта выполнена в виде улыбки, говоря тем самым, что клиенты всегда довольны покупками. К тому же, стрелочка начинается под буквой А и заканчивается под буквой Z. Это намек на то, что на сайте можно найти абсолютно все от А до Z. Кстати, скажу по секрету, и в логотипе моего канала можно найти скрытый смысл. Попробуйте. Если удастся, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. На этом все.